Обналичили мат-капитал. В Ульяновской области члены преступной группы осуждены за хищение средств господдержки российских родителей. Суд признал виновными 10 женщин. Каждая из них выполняла небольшую роль в большой мошеннической схеме. Ее автором и вдохновителем была 41-летняя жительница Ульяновска, региональный представитель кредитно-потребительского кооператива «Региональный центр микрофинансирования». Путем уговоров она склонила 9 жительниц Ульяновской области, имеющих государственные сертификаты на материнский капитал, заключить фиктивные договоры целевого займа на улучшение жилищных условий. Она подыскивала непригодные для жилья дома, стоимость которых была существенно ниже суммы материнского капитала. После оформления сделок оставшиеся денежные средства они делили между собой. Ущерб федеральному бюджету составил более 4 миллионов 700 тысяч рублей. По ходатайству следователя Следственного комитета на имущество представителя кредитно-потребительского кооператива автомашину марки Lexus RX300 стоимостью более 5 миллионов рублей наложен арест. Главе криминального бизнеса назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима. 9 другим участницам женского преступного сообщества назначены наказание в виде штрафов.